Военный исторический поисковый клуб «Дороги войны» продолжает прокладывать эти самые дороги в орловские школы и вузы. Члены клуба идут в гости, чтобы устроить выставки и импровизированные семинары по военной истории для учащихся самых разных возрастов. Очередной такой урок был проведен в лицее номер 40. Клуб «Дороги войны» поддержал администрацию учебного заведения, преподаватели истории и ОБЖ. Так и состоялось это занятие, включающее выставку «Оружие времен Великой Отечественной». Причем много из представленного было найдено поисковиками клуба во время их экспедиций. Дети могли подержать экспонаты в руках, не как в музее, где все спрятано под стекло или оградку. Плюс был разговор об Орловщине в годы войны и виртуальная экскурсия по оккупированному Орлу. Для создания этой экскурсии использовались немецкие фотографии, которые были наложены на современные снимки улиц и строения Орла. Члены клуба «Дороги войны» говорят: «Зовите нас еще! Идти своей дорогой! Они не устанут».